участок, 45 соток, автоматические ворота. Идем внутрь. Это бывший вольер для собак. Первый дом, так называемый хозяйский, с гаражом на две машины, причем на две высокие машины. Вот здесь, на втором этаже, над гаражом, находится спортивная зона. На фотографиях есть там теннисный стол, различные велотренажеры. Так, это дом для гостей, где 7 спален и 3 санузла. Кухня. Мы сейчас до всего дойдем. По периметру забора установлен автополив. 15 камер на участке. Фонарики. Смотрите, какие тут деревья. И березы, и сосны. Это наша кухня с панорамным остеклением. Более подробно она в другом видео. Для развлечений, сауны, музыкальных каких-то забав. На участке растут грибы. Сейчас покажу. Тот самый дом для гостей. Вот такие вот здесь растут прямо на участке грибы. Я не грибник, но, по-моему, это белый.